Мы на выставке. Представляет, как вас зовут, девочка? Надежда. Очень приятно. Надежда, значит, это выставка? Вы ее представляете? Выставка Патина, художника. Он часто бывает здесь? Нет, я его видела один раз, когда он выставлял свои работы. Просто как-то так в закутке обычно у нас выставляют здесь. Итак, дорогие друзья, посмотрим. Общий кругозор, общий. Такие картины очень довольно-таки приятные. Света у нас не хватает, но ничего. Холст масла. Холст масла. Да. Вот такие, друзья, картины. Значит, все-таки Хатин, да? Хатин. Хатин. Но на самом деле он Иванов. На самом деле, дорогие друзья, это художник Иванов. Видимо, это его псевдоним, дорогие друзья. Здесь у нас еще представлены некоторые работы Алены Савченко. Вот мы этого даже не знали, что это картина Алены. Это работы, да? Тут как бы и фото. Нет, это не фото, это карандаш. И это... Сейчас скажу, кто это. Это Дубинский. А, Дубинский. Да, говори. Николай сейчас вас идет принять. Пошел через третий этаж. Николай. Да, иду. Итак, закончим, дорогие друзья. Принял. Очень хорошая выставка. Закончим, до следующих встреч в эфире.